В Саратове расследуется уголовное дело по фактам мошенничества в отношении пожилых граждан. 22-летний подозреваемый, по версии следствия, выполнял роль курьера. По заданию работодателя из сети интернет он объезжал пенсионеров и забирал у них денежные средства. До появления курьера на пороге квартиры пожилым людям звонили неизвестные и предупреждали, если не помочь попавшему в беду близкому человеку, его привлекут к уголовной ответственности. Поэтому потерпевшие были уверены, что передавая деньги, помогают родственникам, ставшими виновниками в дорожно-транспортном происшествии. По версии следствия, подозреваемый может быть причастен к 9 фактам обмана жителей. Сумма причиненного ущерба составляет около 2 миллионов рублей. За что ты остановил? За мошеннические действия. Забирал деньги у пожилых людей, представлялся водителем с прокуратуры по имени Юрий Николаевич. Какие суммы были? Максимально 600 тысяч. Понимал то, что я изначально занимаюсь мошеннической деятельностью. Почему на это пошел? Потому что очень нужны деньги. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют рассказать своим пожилым родственникам, как вести себя в подобной ситуации. При поступлении звонка не нужно беседовать с неизвестным, впадать в панику и делать все, что он говорит. Прежде всего, необходимо связаться со своими родственниками и убедиться, что все в порядке. Далее нужно сообщить о звонке в полицию и ни в коем случае не перечислять и не передавать никому деньги. Пускать незнакомых людей в дом тоже не стоит. Если они настойчивы, лучше вызвать правоохранителей.